Именем народа Франции и Парижского военного трибунала подсудимый Альфред Дрейфус признан виновным в государственной измене! На примере дела Дрейфуса весь мир увидит, как мы поступаем с предателями. Как глава секретной службы, вы лично ведете это дело, полковник? Если мы узнаем, что Дрейфус невиновен, действовать нужно будет быстро, чтобы спасти армию. Полковник, бросьте это. Они отдают приказы, а наше дело исполнять. Мне не нужно еще одно дело Дрейфуса. Это не еще одно дело, генерал. Это все тоже. Где секретное досье на Дрейфуса? Я сам им займусь. Мою почту перехватывают. За мной постоянно следят. Ты можешь это доказать? Я хочу избежать скандала. Уже не получится. Ты должна уехать из Парижа. А ты? Я имею честь представить вам все Эмиля Золя. Кто-то должен рассказать всю историю, но я не имею права как действующий офицер. Вы нет. Но я могу. Аврора, свежий выпуск! Я обвиняю генерала Мерсье в причастности к одному из самых несправедливых приговоров нашего времени. Я обвиняю генерала Белье в том, что, имея доказательства невиновности Дрейфуса, он скрыл их. Я обвиняю экспертов по почерку в подлоге документов. Предатель! Общество, которое позволяет подобное, обречено на гибель. Офицер и шпион.